Всем привет, друзья! Еще хотелось коснуться темы хай-хета, но на другом скетче. Многие используют скетч португальского товарища нашего, My Drum Mega Choc, называется скетч. Вот так он выглядит. Он тоже вполне работоспособен, но я на нем не играю, потому что у него есть проблемы со считыванием сигнала. Где-то проскакивают ложные удары. Скетч очень хорошо работает на Addictive Drums 2. Мы заставим сейчас его работать в программе Superior Drummer. Так как видим, подключается у нас все через MIDI-порт, Loop MIDI, через программу Hilis. И видим, как работает контроллер. Соответственно, когда педаль закрыта, он ее открывает. А когда педаль открыта, он ее закрывает. Сейчас мы это все быстренько поправим. Я расскажу, где что надо заменить. Закрываем программу. Открываем скетч. My Drum Mega Choc. Идем во вкладку утилиты. Видим вот это значение. Threshold Max и Threshold Min. Мы просто меняем эти значения местами. Вырезаем. Ставим пробел. И втыкаем сюда. И просто заливаем в Arduino. Загрузка. Загрузка завершена. Закрываем скетч. Открываем Hilis, и мы видим, что у нас получился программный реверс. При отпускании нота показывает контроллер значение 7, при нажатии оно растет. А это как раз то, что нужно для Superior Drummer. Итак, протестируем это. Вот сейчас я отпустил. Сейчас я нажал. Друзья, все получилось, все работает. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.